Антон Павлович Чехов писал: «Надо, чтобы за дверью каждого счастливого, довольного человека стоял кто-нибудь с колокольчиком и постоянно напоминал бы звуком, что есть еще несчастные, которым требуется его помощь». Сегодня помощь требуется Еве Сысуевой, которую вы видите на архивных кадрах. Девочка только вернулась из реанимации, и ее состояние не позволяет показать ее сейчас. После каждой химиотерапии падают тромбоциты, и поэтому нам нужны постоянно доноры. Нужны мужчины от 20 лет до 40 лет, проживающие в Алтайском крае, зарегистрированные в Алтайском крае. Ну, вторая группа. Мы уверены, что крик о помощи не останется без внимания. Для обследования нужно обратиться в Алтайскую краевую станцию переливания крови. Благодаря стараниям неравнодушных людей получили частичку радости маленькие пациенты Алтайской краевой детской больницы. В День знаний нескольким десяткам ребятишек не удалось попасть на первые уроки. По разным причинам они оказались в больнице. Однако 1 сентября стало для них, как и остальных школьников, настоящим праздничным днем. Алексей в больнице уже неделю, и впервые он не расстраивается, что стал пациентом. Ну тут как-то повеселее, чем на линейке в школе. Не все ребята смогли выйти на улицу солнечным сентябрьским днем. Поэтому общественная организация «Мать и дитя», благотворительный фонд «Елена», театр ростовых кукол Елены Князевой и театр «Феерия» устроили настоящее представление прямо в стенах онкогематологического отделения. Не все присутствовавшие ребятишки достигли школьного возраста. Но все они знают, что главное на любом празднике. Этот сентябрь для Кати Квасниковой особый. На год позже сверстников она отправилась в первый класс. Вернее, начала заниматься с педагогом в больнице. Сейчас 8 лет, мы пойдем только, как уже пошли в первый класс. То есть мы год пропустили, потому что лечение было, что врачи сказали, что нежелательно нам такие нагрузки. Сложно поверить, но это веселая воображуля Катя. Правда до болезни. Еще 2 года назад она громко смеялась, бегала по деревне вместе с остальными ребятишками, ходила в любимый детский сад. Ну, она такая вот вообще добрая девочка. Очень любит котов, собак. Но нам сейчас нельзя никаких животных. Сейчас Катя практически не улыбается. Очень скучает по дому, папе и друзьям из детского сада, в который ей уже не вернуться. Практически ни с кем не говорит по телефону, да и вообще, вспоминая прошлую беззаботную жизнь, начинает плакать. Настолько девочку переполняют эмоции. Устала. Казалось бы, все началось с обычной простуды. Температура, кашель, только уж долго не проходило заболевание. Мы всегда дома лечились в районе. Врачи не могли поставить такой точный диагноз. Состояние Кати все ухудшалось, и уже в краевой больнице у юной пациентки выявили опухоль. Кате пришлось пережить многое. 2 операции, 1 экстренную в Барнауле, 2-ю уже в Москве. 13 курсов химиотерапии и облучения девочка перенесла стойко. Гораздо сложнее оказалось для маленькой Кати пережить последствия – ослабленный иммунитет и облысение. Тяжело она перенесла. Очень долго просила купить меня парик, и ну, так без дела лежит, не понравился мне. Однако лечение помогло, и врачи дают надежду, пусть не на полное выздоровление, но хотя бы на ремиссию. Мама Кати, Елена, оставила работу и уже 2 года находится на больничном. Здесь, в стенах краевой, ей спокойнее, врачи рядом и всегда смогут помочь. Но маленькой Кате тяжело взаперти. Изменения времен года она может наблюдать лишь из этого окна. Практически единственным развлечением Кати стал компьютер. На нем она без помощи посторонних сама научилась рисовать. Ноутбук Кате подарили неравнодушные зрители проекта «Надежда на чудо». Их не улыбки. Я думаю, что ради этого ваша вот передача существует, чтобы лишний раз увидеть улыбку на лице ребенка. Возможность помочь Кате, пусть и не навсегда, но на год или несколько лет покинуть стены больницы есть, но средств не хватает. Кате необходимо пройти полное обследование для лечения в Москве. Для этого нужно собрать всего 50 тысяч рублей. Это не очень большая сумма в сравнении с шансом на то, чтобы маленькая сильная девочка с умными глазами смогла вернуться домой и снова начала улыбаться. Если вы хотите помочь Кате, звоните по телефонам, которые вы видите на экране.
Беда может случиться с каждым. Болезнь, бедность, потери. И нас никто не увидит и не услышит, если мы не научимся видеть и слышать других. Юлия Гадар, Вячеслав Стариков, Александр Морозов. Наши новости.